Отель Шайнхаус расположен в курортном городе Адлер, в нескольких минутах пешей прогулки от центральной набережной. Категории номеров располагают живописным видом на Черноморское побережье или город и абсолютно все оборудовано необходимым для комфортного проживания. Системой кондиционирования, эргономичной мебелью, телевизором, ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями. В ресторане доступны к заказу европейское меню с широким ассортиментом блюд и напитков. Рядом находятся парки аттракционов и развлечений, сувенирные лавки, пляжные дискотеки и магазины. Ранний заезд с 6 утра до 12 дня, почасовая оплата. Поздний выезд с 12 часов ровно до 18 часов ровно, почасовая оплата, с 18 часов ровно до 0 часов ровно взимается оплата за половину суток. Ранний заезд и поздний выезд возможен только при наличии свободного номера. Стоимость дополнительного места – 2000 рублей. Доступен трансфер от до аэропорта платный. Бесплатный Wi-Fi.